истории людей, которые друг друга любили, а теперь они друг друга ненавидят. Вот, вот опять режиссер взялся за семейную тему. Вот ясно, что Андрей Звягинцев хороший человек, несет свет. Еще ж фильмы такие беспросветные. Как Джоэл Коэн говорит, interesting. Эта женщина, это и есть Россия. Я уже жалею о том, что она надела эту Олимпийку.